Шрила Вакнанта Мадхава Гусай Махарадж предлагает свои смиренные поклоны лотосным стопам всей нашей Гуруварги, всем преданным. Всем вайшнавам вайшнаве. Так, сегодня благоприятный день явления Шрилы Баладева Прабху. В Трета-югу Мариада Пурушоттам Господь Рама, Рамачандра пришел. И Господь Баладев приходит как Лакшман в Трета-югу, и Лакшману приходится выполнять очень много всяких заданий, которые он не хотел делать. Лакшман, когда Кришна пришел, он приходит как в Двапара-югу, а Баладев приходит как Баладев Прабху, собственно. А в Кали-югу он приходит как Нитянанда Прабху. Итак, Баладев Прабху в одной из своих сваруп Рахини и Деваки, они вместе забеременели. И Васудев Махарадж подумал, что итак, Рахини каждый день приходила, каждый день служить Васудеву и Деваке в тюрьме. И когда Васудев Махарадж подумал, что Рахини беременна, он также убьет этого ребенка. Поэтому, чтобы сохранить как бы династию, чтобы сохранить Баладева Прабху, то Нанда Баба отправляет Рахини к Нанди Бабе, к своему другу, Махарадж. И то есть Деваки как было выглядело как бы Деваки, как будто выкидыш. Но в это время мама Йашода забеременела во Враджи. Есть такое как бы поверье, что если ребенок если он долго находится в лоне матери, то он будет очень сильный. А если он раньше времени рождается, то он как бы слабый. Итак, Баладев Прабху, он был в лоне матери очень долго, 13 месяцев. Поэтому он был очень-очень сильным, очень здоровым. Итак, Баладев Прабху никому не сказал, что мама что мать Рахини родила Баладева, и что он сейчас находится в Враджи, иначе бы Камса убил его. И Баладев Прабху не открыл глаза, пока Кришна не родился. Когда Кришна родился, тогда первого, кого он увидел, Баладев Прабху первого, кого увидел, он был Кришна. Итак, мы знаем, что Кришна и Баладев, они никогда не покидают Вавраджи. Вакинанда, Кришна, да, Вакинанда, Баладев. Но Нанда, Нанда, Йашода, Нанда, Кришна никогда не уходит из Вавраджи.
Итак, Канса отправляет Акрура во врач, чтобы... чтобы выманить Кришну Баларама. Решили, что мы не сможем его убить во врача, мы должны его позвать в Матхуру. Итак, Канса позвал Акруру и сказал, чтобы тот привез Кришну Баларама в Матхуру. Акрура говорит: нет, Камса, не нужно так поступать, потому что Кришна сам Вишну. Тогда Камса разозлился, говорит: как? Почему ты считаешь, что он Вишну? Тут говорит: ну, потому что он танцевал на змее Кали, он поднял Кираш Гвардхан левой рукой, мизинцем. Это сам Вишну? Тот говорит: нет, ты глупец, как ты можешь думать, что он Вишну? Кали был просто змей, а Кираш Гвардхан, он... просто гора глины, гора земли, поэтому чего там такого сверхъестественного? И есть такая пословица: когда время разрушения приходит, а когда время смерти приходит, то рассудок омрачается. Также Канса. Также у Канса он сам позвал свою смерть, сам позвал Кришну Матхуру. То же самое случилось с Господом Рамой. Раман пригласил Равана, чтобы это убил его. Он украл Ситу, и Рама таким образом позвал Раму. Итак, вернемся к Лиле на Акруре. Когда Акрура приехала врач, и уже вывозил их в Матхуру, он остановился на Курхгате, чтобы почитать Ани, совершить омовение. Он вошел в воду Ямуны, и когда вынырнул, увидел перед собой своего Иштадева, Господа Вишну, затем лежащим на Наташеше. Затем он увидел, они превратились в Кришну Баларама. Он обернулся и увидел, что Кришну Баларама сидели также в колеснице. И что, в чем важность этого? То есть Васудевнандан Кришна и Баладева, они отправились в Матхуру, а Яшинандан, Архининандан, Баладева, они остались в Врадже. Кришна пришел с Баладевой в Матхуру. Когда они приехали в Матхуру, уже прошло какое-то время, и три дня прошло, и они, то есть Нанда побождал их, чтобы отправиться обратно в Врадж. И три дня прошло, Кришна Баларав, Баладевы, или Яшоды и меня. Кришна сказал: нет, я ваш сын. Тогда давайте поедем во Врадж. И Кришна ответил: нет, я не могу сейчас отправиться обратно во Врадж, потому что я должен убить здесь демонов в Матхуре. А ты отправляйся обратно во Врадж и передай маме Яшоде, передай Гопи, что через несколько дней я вернусь. Поэтому отправляйся. Тогда Баладев Прабу, он остался с Кришной. И Баладев Прабу хотел быть с Кришной. Он не хотел быть, ну, как бы остаться один. Мавраж. Они сели в колесницу. Когда снова Кришна и Баларама отправились в Акруру, тогда Гопи остановили их. Гопи,
То есть там описывается, что они как бы они носят павлинье перо и так далее. А в Мадхуре Дварике они ведут себя как кшатри. И в то же время, когда была церемония наречения имени, тогда Кришна Баларам является в детские игры, ползают, там один колодец. Итак, да, не могли вытащить дроводы. Они играют на Нарават Лилу. Нарават Лилу они играют, то есть как будто они совсем маленькие, совсем бессильные, не могут достать ведро воды. Чантран, Чайтани Чандрадай, Драме, Кави Карнапур описывает эту Нарвата Лилу. Лилы Кришны, то есть Нарват Лилы, они гораздо более сладостные, чем Айшвари Лилы. И есть дерево бильва, на нем красивые цветы, но также и шипы. И Баладев Прабу и Кришна, они пытались собрать фрукты и цветы. Итак, они пытаются сорвать цветок, он падает, и они пытаются его достать, и запутались в колючках. И тогда они тоже сидят в этих колючках и зовут: «Мама, мама, спаси нас». Нанда Бабы, 8 гашал, 900 тысяч коров. Нанда Баба в это время доил коров. И они играют с коровами, не хватаются за рога. С быков за рога играют с ними. Нанда и Прачанда. Две собаки Нанда Бабы, они спали, и Кришна Баларам подходили и хватали их за языки. Так, мама Рахини, Нанда. А, мама Рахини, Ешода Майя, они готовили. А Кришна Баларам, они отправились куда-то гулять. И их мамы, как бы, они заняты на кухне. И затем Кришна Баларам, они пробрались в комнату. И там был большой горшок с маслом. И они... И мама Ешода подвесила горшок к потолку. И сложно было до него дотянуться, когда Валдев Прабу, он становится на четвереньки, а Кришна становится на него. На
мизинчике поднимается. На цыпочке поднимается, и Кришна хватается за горшок. И Балдев тогда они на теленка стали. В общем, теленок убегает, и Кришна повис на этом, на горшке. И Кришна начинает кричать: «Мама, мама!» Мама Ишода приходит и отругала Кришну. Также они являют лилу Дамабанда, когда мама Ишода привязывает Кришну к ступе. Мы все знаем, слушали эту лилу. И когда они подросли немножко, Балдев Прабху играет с Кришной, и они играют со своими друзьями. Мама Ишода, она знает, что наверняка уже мальчики проголодались тогда. Мама Ишода просит Ирахини, чтобы та позвала Кришну Баларама. Сакха, родительская раса, высшая дружеская раса, потому что в ней есть как бы забота о теле. Друзья не думают, что Кришна и Баладама, наверное, проголодались, а родители думают. Итак, мама Рахини отправляется, чтобы позвать Кришну Балараму обедать. Тогда мама Рахини думает: вот, Кришна непоседа, и Баладев был спокойный, сейчас, пообщаясь с ним, тоже стал непоседой. Есть такая, есть Баладева чат, чат. С два дня до Радхаштами. Баладева чат, Баладев чат, чат. Некоторые люди празднуют явление Баладева в этот день, два дня до Радхаштами. Но мы как бы празднуем явление Господа Балдева, Балдева Пурниму. Джива Госвами Пад, он подтверждает это. Если бы Балдев явился за два дня до Радхаштами, то тогда получается, что Кришна бы родился на год позже. Так как Баладев, мы знаем, что Баладев, Баладев Прабху старше. А мы знаем также, что их день рождения, в смысле наречение именем, в один день произошел. Иначе это было бы невозможно. Поэтому Баладев родился именно в Баладеву Пурниму. Так, мама Ишода, она была темноватого цвета, и она была
Она была самой красивой в Варадже. И Нанда Баба был белым, а мама Ишода, ну, светлого цвета, мама Ишода темноватого. Она была самой красивой в Варадже. Об этом говорит Кришна Чаритакур в своих комментариях. И также мы знаем, что в некоторых что дети шутят Баладев. Они говорят: Кришне, Кришне, почему ты темный? У тебя родители оба светлые, а ты темный. И Мадхава Махарадж говорит: ну вот в одну кальпу мама Ишода приходит темного цвета, а в другую кальпу светлого цвета. Да, ну, мы знаем также другую лилу, когда Кришна и Баладев убивают демонов, вот, например, Дейнукасур. Он олицетворяет собой невежество. И Баладев Прабху убивает Дейнукасура. Это символ того, что Гурудев убирает невежество. Кто убирает наше невежество? Не Кришна, а Гурудев. Гьяна Тимирандасья. Мы говорим про Сапрана мантру. Итак, позже. Также Параламбасур был убит Баладевом Прабху. Баладев Прабху в Вриндаване. Варжанат устанавливает 6 божеств. Вишну и Адикешева в Мадхуре, в Гакуле, также Нагабардхане, также Харидева устанавливает. Это в Тауши Баладева устанавливает. И во Вриндаване Говинда Дева устанавливает. Так, 6 девов устанавливает. Варжанат. И 4 деви. Матура деви в Матхуре. Санкет деви в Санкете. Бринда деви в Камьяване. И Катьяни деви также. Так. 5 баладевов также. Матхувани баладев один. Дауджи. Бадраван 3. Бандерван 4. И в Талаване еще один. Эти божества также были установлены Баджанатхам. И везде Баладев темного цвета. На самом деле Баладев уже был белого цвета. Почему же божества темного цвета? Потому что когда Баладев погружается в памятование Кришне, он меняет свой цвет тела на темный. Кришна чинта невешана. В некоторые дни Кришна и Баладев не идут вместе пасти коров. Один из тех дней — это когда произошла Брама Вимохана Лила. То есть, ну вот это был день рождения Баладева. И поэтому, когда Господь Брама украл телят пастушков, то Кришна, то есть Баладева Прабху не было там, он не знал, что произошло. И целый год все были в иллюзии, в том числе и Баладев Прабху. Гопи любили своих детей больше, чем Кришну, что было удивительно. Коровы любили своих годовалых телят больше, чем новорожденных. Итак, Баладев Прабху заметил все это. И он тогда погрузился в медитацию и увидел, что же произошло на самом деле. Увидел
что Господь Брама украл 9 пастушков, и что Кришна сделал копии. И он тогда подошел к Кришне и говорит: «О, Кришна, тебе мало молока, которое ты пьешь у мамы Ишоды, и того молока, которое тебе дает мама Ишода, от коровьего молока, ты распространил себя в телят и пастушков, чтобы наслаждаться молоком от всех копий и коров». И когда вот Кришна танцевал на головах змея Калия, То есть основа была день рождения Баладева Прабху, когда, то есть он отмечается 12 раз в году, потому что всходит созвездие, под которым родился, например, Баладев Прабху, и оно всходит каждый месяц, и празднуется таким образом его день рождения, этот день, один раз в месяц. И в этот день Баладев не идет пасти коров. Таким образом, 12 месяцев, 12 раз и один годовой день рождения. Баладев не идет пасти коров. Ну и то же самое на Кришну. Распространяется на Кришну. То есть таким образом 26 дней они вместе не пасут коров. И разные лилы в это время происходят. Бхагавад Гита с вами тоже говорит об этом. Джива Госвами. Итак, Баладев Прабху, он носит булаву и плуг. Что мы делаем плугом? Булавой мы бьют землю, чтобы ее размягчить. А плугом культивируют землю, вспахивают. Это Баладев носит три пута. Это значит, что он тот, кто ответственный за создание. В этом все исходят с Баладева Прабху. Баладева Прабху исходит Мула Санкаршинти, Маха Санкаршинти, затем Махавишну. И из него исходят и дживы, и различные и другие аватары. От Шрила Гурудев. Говорил, что мы должны совершать садхану под руководством братьев Вайшнавов. Только тогда мы сможем прийти во враж без братьев Вайшнавов. Следуя Видимаргу, Вайшвайя Бхаве, человек может отправиться на Вайкунтху, но он не сможет отправиться во враж без общества Варсика Вайшнава. И позже из Матхуры Баладев Прабху и Кришна они отправились в Двараку. И там он подумал, что Бхимасен его был двоюродным братом. После того, как они научились, вот этот Баладев Дурьотхана, однажды Дурьотхана удовлетворил Баладева Прабху очень сильно, устроил праздник в его честь. И тогда Баладев Прабху сказал Дурьотхане:
прошли вы благословение, твой бред, он сказал, да нет, мне ничего не надо, просто хочу служить тебе. Снова и снова Бог спрашивал, нет, просили бы благословение. Когда Дурьотхана, он сказал, мне не нужно благословение, мне нужно, я хочу жениться. То есть он таким образом намекал, чтобы Баладев организовал женитьбу Дурьотхана и Субхадры. И тогда Балдев Прабу пообещал, что он поспособствует этому, и он рассказал Кришне и всем, что Субхадра выйдет за Дурьотхану. Что тогда сделал Кришна? Он тогда позвал Арджуну. Он же знал, что Субхадра любит Арджуну, Арджуна любит Субхадру. И тогда Кришна организовал то, что Арджуна украл Субхадру. Как первый раз Кришна устроил так, что Субхадра встретил с Арджуной. Они до этого друг друга не знали, но Кришна устроил так, что они встретились. И она спросила, Субхадра спросила, о, путник, куда ты идешь? Откуда ты идешь? Он говорит, я иду из Хастинапура. В общем, когда Субхадра должна была же выйти с Дурьотхану, то Арджуна, переодевшись монахом, он должен был украсть ее. И все должно было выполнить так, чтобы Субхадра должна была вести колесницу. Кришна разработал весь этот план. И в общем, Кришна разработал весь план. И Кришна знал, что это Арджуна. И он разрекламировал, сказал, что вот, очень великий святой, придет сияющий святой. И Арджуна приходит в виде святого, переодетого. И все пошли получить его даршан. Царицы, там даже Балдев Прабу вышел. Все берут пыль с стоп. Когда Балдев Прабу пригласил его, говорит, о, святой, посети наш дворец. Мы послужим тебе, а? Он говорит, нет, это саньяси, я не могу посещать дворцы. Я очень строгий саньяси, благочестивый саньяси, я не могу идти к вам во дворец. И Балдев Прабу очень простой, он да, поклонился саньяси, которым была Арджуна. И когда Субхадра подошла поклониться этому святому, то тогда Арджуна сорвал с себя одежду саньяси и схватил Субхадру и быстро отнес в колесницу. И они уехали. Тогда
Баладев очень разозлился, он сказал, что я убью этого Арджуну. И тогда Кришна сказал: посмотри, кто везет, кто кого украл еще. И он присмотрелся, и Субхадра вела колесницу. Ну вот кшатрии, они такого рода. То есть это нормальная свадьба, когда кшатрии воруют невесту. Кришна, он играл, как будто он не знает ничего. И солдаты доложили, что Арджуна украл Субхадру. Тогда Кришна сказал: зачем тебе солдаты, ты в одиночку сможешь убить Арджуна, но это вначале ты скажи мне, кто ведет колесницу. И тут Балдев присмотрелся: о, да, действительно, я понимаю, Субхадра ведет колесницу. И тогда Дао сказал: а, я теперь понимаю, это был твой план. И Кришна сказал: хорошо, ты можешь убить Арджуну, но твоя младшая сестра Субхадра будет вдовой. Таким образом, что ты выбираешь? Когда Баладев Прабху сказал: а что мне делать? Кришна говорит: ты должен организовать свадьбу с Субхадрой Арджуной. И Баладев Прабху сказал: я же пообещал Дурьотхане, что я отдам Субхадру за него. А Кришна сказал: на самом деле никто не хочет, чтобы Дурьотхан забрал в жену Субхадру, в том числе и Субхадра. И тогда Баладев сказал: ладно, хорошо. И он устроил свадьбу Баладева. И у Кришны также был один сын Самба. Самба очень был красив. Сын Джамбаванти и Кришны. Ему нравилась дочь Дурьотханы, Лакшми. И тогда Дурьотхана, он попытался украсть ее, и Дурьотхана схватил его и посадил в тюрьму. Тогда Нарада Риши, он рассказал об этом Кришне. И Кришне тогда Кришна сказал: хорошо, пойдем к Баладеву Прабху. Тогда Баладев Прабху сказал, что ну хорошо, Дурьотхана мой ученик, поэтому он послушает меня. И он отправится в Хастинапур. И он сказал ему: ну они же любят друг друга. Сказал Дурьотхане. Баладев говорит Дурьотхане: ну они же любят друг друга, устрой их свадьбу. И Дурьотхана не послушал его. Он не послушал его и сказал: нет. Тогда Баладев разгневался и своим плугом взял их, Хастинапур приподнял. Он хотел его в воду окунуть. Спрашивает вопрос. Было проклятие, что Ядовы не могут быть королем. И они поэтому короновали Уграсена. Ты
То есть он на самом деле был королем, но не мог официально занимать этот пост. Как Балдев Прабху служит Радхарани. А Балдев Прабху носит не ламбару, голубую накидку, а Кришна питамбару, золотистую накидку. Мама Ишода приходит, чтобы разбудить Кришну. Мама Ишода приходит разбудить Радхарани. А Ишода Майя приходит разбудить Кришну с утра. Кундалата, другие сакхи. Они присутствуют там. Мама Ишода. Она отправила, чтобы разбудить Кришну. Кришна обычно носит питамбуру, но вместо этого на нем не ламбара, а голубая накидка, потому что они с Радхарани перепутали одежду, накидки. И тогда мама Ишода думает, ну это, наверное, Кришна, это накидка голубого цвета, наверное, это накидка Баладева. Наверное, просто они вместе ночью спали вместе и просто перепутали накидки. Так, мама Ишода считает, что ламбара — это Баладева Прабу. А Кундалата говорит, о, мама Ишода, нет, ты не знаешь, твой, сам не твой Лала наслаждается расой по ночам. И Пурнамаси тоже было там. Говорит, нет, это Рамамбар, это одежда Баладева Прабу. Потому что сам Баладев, он слушает Радхарани, он... Встреча Радхи Кришны. Вот таким образом, нося голубые одежды. Так, Балдев Прабху на Курукшетре, что он сделал? Он не участвовал в войне, он отправился в паломничество. Почему Господь идет на святые места? Почему садху идет на святые места? Чтобы очистить святые места. И про Махарши Сута он рассказывал Шримад Бхагаватам. Когда Балдев Прабху пришел, все поклонились, кроме Рахарши Суты. Когда Балдев Прабху взял травинку и убил его. И тогда все стали говорить, о, кто будет нам рассказывать Бхагаватам. И тогда Балдев увидел ребенка Гришавана Суту. Он сказал, этот ребенок будет. Балдев Прабху позвал его и он сказал, благословляю его, что он будет рассказывать Бхагаватам. И это и есть Сута Госвами, который рассказывает Бхагаватам. Мы знаем, как Дурьотхан был убит. Мама Гандхари сказал Дурьотхане, ты должен... Я хотел благословить Дурьотхану, ему нужно было слышать омовение, но... В общем, Дурьотхан должен был сражаться с Юдхиштхирой. Дурьотхан говорит, ну ладно, я легко убью Юдхиштхиру.
Потому что там была такая... Ну, Кхир сказал, нет, сейчас король с королем будет сражаться. Кришна переиграл все так, что Дурьотхана начал сражаться с Бхимой. И там было правило, что... Там было правило, что нельзя ниже пояса пить. Но Халдев до этого пообещал, что он сломает ноги Дурьотхане. Итак, Халдев Прабху нарушил правила и переломал ему ноги, перелом бедра. И только что Халдев Прабху вернулся из паломничества и увидел эту сцену. И говорит, как так? Я убью тебя, ты не должен был так поступить. Тогда Кришна вмешался и говорит Балдеву, говорит, где же ты был, когда Дурьотхана травил Бхимасену? Это было ли это честно? Когда Дурьотхана пытался сжечь Пандаву, где ты был? Когда они брали царство, где ты был? Когда они раздевали Драупади, где ты был? Если ты не был в то время, как ты можешь сейчас говорить? Даже во время битвы на Курушетре ты был, ты ушел в паломничество, ты не имеешь права защищать Дурьотхану. Ну вот, в таких лилах Халдев Прабху служит Кришне. Мата Махарадж говорит, что он сейчас уезжает. Там была встреча с представителями правительства ЮПИ, и они, эти правительства ЮПИ Утар-Прадеша, пригласило всяких там, собрало представителей Бриамандира, Искона, Мадхов, Йоги Адитанат тоже должен. Это губернатор ЮПИ должен приехать в Матхуру на Джанмаштами. И Мадхав Махарадж должен к этой встрече подготовиться. Итак, он приглашает всех 30 августа на Джанмаштами и также 31 на Нандотсав на праздник. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Будда говорит, чем ранее сейчас будет представлять Баладева Прабху, я уверен, что вы все знаете, чем ранее. Итак, Шамаранди, все равно я представлю Шамаранди, этот так, кто нарисовал вот много картин, в том числе и Сивакунджу, которая здесь на Рупаснадане, она очень много проповедует, проповедовала, проповедует, очень много служила Шили Гурудеву. Не просто она рисовала картины, она очень много служения совершила другого, практического, и проповедовала. Также она очень хорошо знает Адвайту Сиддханту. Когда мы слушаем от нее, то мы сейчас услышите, послушаете и знаете, вы сами убедите, насколько она квалифицирована и знающая. Прежде всего я предлагаю устремленные поклоны пыли лотосных стоп моему дорогому Гурудеву Нитилила Правишнавам Вишнупад Аштадарашта Шиши Мат Шили Бхактиданта с вами Прабхупаде. Те же бесчисленные поклоны лотосным стопам моему дорогому объекту поклонения Шили Бхактинатарайне Госвами Махараджу. Всей нашей Урбануга Гаудия Гуруварги, всем собравшимся преданным. Итак, я хотела бы два объявления сделать вначале. Первое, то, что я не могу... Я полностью не понимала хинди Мадхава Махараджа, поэтому я могу как бы повторить некоторые истории, которые он рассказывал. Первое, это было первое объявление. Второе объявление, то, что также Махарадж сказал, я путешествую и даю лекции по всему миру. Но, когда я говорю рядом с Гурудевом или со старшими проповедниками саньяси, я, короче, я могу стесняться, волноваться и могу какие-то ошибки допускать, поэтому не простите заранее, если что-то я неправильно скажу. Итак, мы знаем, что Радха и Кришна, они одна душа в двух телах. Таким же образом, Кришна и Шри Баладев, они одна душа в двух телах. Баладев — это второе тело Шри Кришны. В Чайтанья Чаритамрите изначальная форма Кришны, его проявления описаны, его изначальная форма. Кришна называют Сваямаруп. Когда Кришна танцует танец расы со Шримати Радхарани. И это Сваямрупа Кришны, его изначальная форма. Когда Кришна танцует со всеми миллиардами, бесчисленным числом гопи, это его Сваямпракаш. И также у него есть друг. Также у него есть Вайбав Пракаш. Это другая форма Кришны. Вайбав Пракаш Кришна — это Баладев Прабху. Вайбав, или да, его украшение, его достояние,
Итак, Кришна, он цвета Шьяма, темноватого. А Баладев Прабу, он цвета молока, светлого цвета. Кришна играет на флейте, а Баладев, он играет на буйволином рожке. Кришна, у него севья Абхимана, то есть кто-то принимает служение, он Верховный Господь, Ишвара Парама Кришна. В то время как Баладев, у него сева камут, у Кришны севья, а у Баладева сева камут, настроение. То есть он тот, кто находится постоянно в настроении служения Кришне. Хотя, несмотря на то, что он сам Кришна, он не отличен в этом плане от Кришны. Итак, мы знаем, что есть пять рас Шанта, главных рас, пять главных рас Шанта, Дасья, Сакья, Вацалья и Мадхурья. Итак, Баладев его любовь, его рати называется Сапурна Рати, когда она, то есть она включает в себя несколько стаи бхав. Сампурна Рати. Итак, Баладев, потому что Баладев хочет служить всем во всех расах. Например, в Шанта Рати он служит как земля, он проявляет хаму. Все окружение животных и так далее, деревья, всю, вот, все. И он также может с помощью этого, как дхама, быть свидетелем и наблюдать все лилы Кришны. Служить во всех лилах Кришны. Также Баладев Прабу, у него есть Дасья Рати, то есть там он служит Дасья Рати. Он служит Кришне в Вриндаване, в Мадхуре, в Двараке, на Вайкунхе. И как Шипат Мадхава Махарадж сказал, что он упоминал, что Кришна не уходит из Мадхуры. И тот Кришна, который приходит в Мадхуре, он Мула Санкаршан, на самом деле, это не изначальный Кришна. И Мола Санкаршана, Мах Санкаршана происходит Махавишну, и из Махавишну это тоже проявление Баладева, по сути. И из него происходят различные дживы, проявляет дживы. Те дживы, которые природа, которых вечно освобожденные дживы, которые вечно служат Кришне, которые не соприкасаются с материальной энергией, которая служат Кришне, вечные слуги Кришне. Они служат на разных дхамах. На Вайкунхе они служат ему как Махасанкаршану. Также он... Дальше Баладев Прабу. То есть, Баладев Прабу, он проявляет во всех дхамах также джив, то есть, парикаров, спутников Господа, которые служат его в Радже, и Мадхури, Двараки, на Вайкунхе. И также Баладев Прабу в форме Махавишну проявляет дживы, обусловленные дживы, которые заселяют материальный мир. Также он проявляется в форме Ананта Шеша, который служит этим трем Пурушаватарам: Каранда Кашая Вишну, Гарбада Кашая Вишну и Кширада Кашая Вишну. Всяческим способом предоставляем различный комфорт. Он становится их сиденьем, зонтиком, сандалиями, подушкой. И Ананта Шеш. И источник этого Шеша-таттва – это Баладев во Вриндаване. Он покровительствует Сандини-шакти, энергии бытия. Поэтому он проявляет все формы, все постройки, всех тела даже, тела во Врадже все, флейту Кришны.
Таким образом, даже сережки Кришны, которые целуют щеки Кришны. Таким образом, Балдев Прабху, он служит Кришне, Даси Раси, и не просто Кришне, а всем его инкарнациям, и в Матхуре, и в Двараке, и на Вайкунхе. Я сказал, что как он служит в Шанта Даси и в Шанта Раси, а сейчас я расскажу, как он служит в Сакья Раси, как друг Дражской Раси. Баладев – старший брат Кришны, и по ведической культуре старший брат, он считается как родитель. Поэтому родительская любовь также присутствует в Баладеве Прабху, то и вот эта вот родительская любовь, она конфликтует с Мадхурья Расой. Поэтому Баладев не участвует в этих сокровенных играх Шри Радхи Кришны. Для этого ему нужна другая форма. Например, но Баладев Прабху, он доит коров, он как бы ухаживает за ними, обнимает их. Итак, Баладев, он таким образом в Сакья Ватсалья Расе поклоняется Кришне, заботится как друг, и как старший брат, как родитель. И он по традиции не должен знать, что происходит в Кришне в Расалиле. И как Шрила Гурудев описывает Вену Гиту, и вот есть как бы вот картина, которая нарисована. Там Баладев впереди, и он несет этот рожок буйволины. И я спросил, неужели это не насилие я говорю, разве это? Ну, как бы это же насилие ломать рог у буйвола, чтобы из него рожок сделать. А Гурдев говорит, нет, этот рожок Баладева сделан из листьев. И чтобы гопи, например, когда Кришна уходит пасти коров, то гопи, они погружаются в разлуку, а Кришне и в своей медитации видит, что Кришна делает в лесу, как он ходит во враж. И Баладев Прабху так, как же он... И на картине вы видите, что там как бы, ну, сзади пастушки идут, тоже махают. И Баладев идет впереди, а Кришна идет позади немного. Это для того, чтобы Кришна мог общаться с гопи, чтобы он мог обмениваться взглядами с гопи. То есть Баладев как бы, ну, ведет эту процессию. И затем, чтобы в Мадхуре Расе служить, он принимает форму Ананга Манджари. И мы посмотрим, Ананга Манджари, она как камфора, тоже она очень, она светлого цвета. И также есть очень сложная лила, где Баладев очень четко служит Кришне. Это даже там много противоречий. Наверняка вы слышали уже от Мадхава Махараджа что-то, но я хотела бы что-то добавить, может быть. Например, Бхактисиддханта Сарасвати Такур в его комментарии на чтение Бхагаватам, он описывает, что несмотря на то, что говорится, что некоторые гопи, которые смотрят на Баладева, или когда Кришна танцует танец расу, некоторые гопи
недостаточно взрослые, чтобы участвовать. Итак, когда Кришна ушел в Матхуру, эти гопи, которые были еще маленькие, они подросли уже, и они стали как гопи Баладева Прабу. И когда Баладев пришел, тогда Мавраш, они танцевали с Баладевом, со своими гопи танцевал, не с Кришнами. Но и Джива Госвами Бхактивинода Сарасвати Такур, Прабхупад, говорят, что на самом деле эти все, это как Лока Санграха, это как бы, ну, просто внешний, для внешнего, для тех людей, у которых нет знания расы татвы. Просто чтобы постепенно их как бы, ну, не распугать, а постепенно их привести, познакомить с расой татвы. На самом деле, Баларам, у него нет бхога вритти, у него нет настроения, вообще нет настроения наслаждаться. Он полностью состоит в настроении служения. Вот когда Кришна был в Матхуре, когда Кришна всего со своими, когда все спутники Кришны, в том числе Баладев, говорили, Кришна вернулся в часть его врач, но Кришна все равно не вернулся. Но вместо него поехал Баладев Прабу. Баладев Прабу поехал, чтобы успокоить Враджаваси, и особенно, чтобы гопи, успокоить гопи. И для того, чтобы их остудить их огонь разлуки, Баладев Прабу, он Гурдев говорит, Гурдев, нету там вожделения. Гурдев говорит, нету там ничего, просто танцевали, пели, играли в воде, катались на качелях. Что в этом плохого? Баларам Прабу, он дал гопи эту возможность, чтобы они вспомнили о Кришне. Но природа премы такова, она очень как бы нелинейная. Человек думает одно, а как бы делает другое. В смысле? Все уже старшие преданные, вы знаете лилу, которая произошла на Прем-Сароваре, когда Кришна думал, что если я останусь здесь, а если я здесь, Радхарани думает, что меня здесь нет, а если меня нет, то Радхарани смотрит на другие объекты и вспоминает обо мне. Она смотрит на облако, думает, это я, погружается в мысли обо мне, испытывает огромное счастье. Поэтому, если я должен, я не могу здесь оставаться, я должен уйти отсюда. И таким образом она будет всегда чувствовать встречу со мной, если меня не будет рядом с ней. И также вот есть книга «Origin of Radha Yatra» Шрилы Гурудева. И также есть книжка «Секреты Бхагаватам». Ну, происхождение Радха Ятры, да, первая, вторая, «Секреты Бхагаватам», в которой говорится, что Баладев, он когда пришел во Врадж, он думал, что я успокою гопи. Один месяц он был там. И Шрила Гурудев, она прославлял Прабхупаду. Он говорил, что встреча и разлука, они постоянно как бы конкурируют между собой, чтобы питать друг друга. И их разлука гопи была настолько сильная, что они плакали без остановки. И Баладев, когда пришел, он понял, что он увидел эту сильную разлуку. И он погрузился в это настроение разлуки также. Он поменял свой цвет тела с белого на темный, на цвет Кришны. И поэтому мы видим, уже мы слышали от Мадхава Махараджа, что вот Баладева, божество, оно всегда темного цвета. В Мадхуване и в других местах. Итак, и тогда он взял гопи в отдельную кунджу, в кунджу. Они в разлуке звали: «О, Кришна, где ты?»
И Баладев также начинал плакать: «О, Кришна, почему ты ушел в Вриндаван?» То есть Баладев был в этом настроении, по разлуке. И он звал Кришну, чтобы он пришел. И Кришна проявился. И Кришна встретился с каждой гопи в индивидуальной, в пудже. И удовлетворил все их сокровенные желания служить Кришне. Эти сокровенные вещи, которые Гурдев объясняет, которые, не везде доступны, не все знают об этом. Также другие вещи есть, которые Махарадж упоминал. Разные лилы другие. Например, лила, когда была похищена Субхадра. Гурдев спрашивал, как возможно, что Баладев — это второй Кришна, да, второе тело Кришны, что ли. Он состоит из Сива Абхиманы, из настроения служения. Как получилось так, что он спорит с Кришной? Этот внешний выглядит так. Почему? Потому что Кришна проявляет Баладева, да? Баладев — настроение служения. И это настроение служения такую форму принимает. То есть спорить с Кришной. Например, когда Брама ворует телят и пастушков, Баладев, он тоже Господь, сам Господь. Но в течение целого года он не знает, что произошло. Почему так? Потому что они играют на рвать лилу, да, человек подобную лилу. Чтобы эта лила была максимально давала удовлетворение, максимально была настоящей. Тогда Кришна знал, что все тело Дурьотхана защищено благословением, кроме бедер. Поэтому Кришна указал Бхиме ударить по бедрам Дурьотхану, единственное его уязвимое место. А как это произошло? Почему Дурьотхана был весь бронированный, кроме бедер? Однажды мама сказала Гандхарве, она же была завязана глазами, и она обрела очень большую мистическую силу, и она это благословение свое хотела отдать Дурьотхане. Она сказала: «Ты должен прийти ко мне полностью голый, и я взгляну на тебя, и ты будешь бронированный, весь под защитой». Но Кришна Дурьотхана встретил и сказал, что «Как ты к матери можешь являться, не прикрыв пах бедра?» И тот сказал: «Да, действительно, это не культурно», и прикрыл. И это место, когда Гандхарве открыла глаза, то именно это место, оно осталось уязвимым у Дурьотханы. И когда Дурьотхан сражался с Баладевом, то Кришна указал Баладеву: «Бей именно по бедрам». И Баладев тогда сказал: «Это же нечестно». Дурьотхана был убит. И тогда Баладев сказал, что это нечестно. Кришна возразил ему, сказал: «Как? Где ты был, когда Дурьотхан травил, жег пандавов и так далее? Когда, брат, где ты был, когда Дурьотхана пытался сжечь их во дворце?» И Баладев тогда успокоился и ушел. Потому что на самом деле он главный помощник во всех лилах Кришны. Также вы знаете, что Баладев — это Акханда Гуру Татва. В настроении он помогает гопи, которая плачет по Кришне: «Пожалуйста, приди. Почему ты ушел из Вриндавана?» И Шрила Гурудев, он говорит, объясняет: «Потому что Баладев — Акханда Гуру Татва». И когда гуру видит, что спустя многое время, совершая бхакти, по милости гуру, некоторая самбандха гьяна появляется в сердце ученика, и из этой самбандха гьяны исходит
вдохновение. Тогда Гурудев молится Радхе Кришне войти в сердце ученика. И другими словами, Радха Кришна в сердце Шигуру во время Бхавы входит как Шуда Сатва Вишешатма в форме особой энергии, входит в сердце ученика. И также, как Акханда Гурукатва, изначально Гурутатва, Баладев убивает Дынукасуру, который символизирует невежество, а сам в форме осла. И что, почему осел, он глупое животное, потому что он целый день трудится тяжело, вечером приходит в свои ослихи, а та его пинает прямо по зубам. И то есть он как бы, ну, не может насладиться жизнью, не может, например, он также глуп, да, вот в сезон, когда зеленая трава, он смотрит, о, много травы, я, наверное, ничего не ел, и поэтому худой. А когда, наоборот, в другой сезон, когда нету травы, он смотрит, нет травы, и думает, о, я столько все съел, и поэтому он толстеет. И этот осел, он очень сильно пашет, хозяин вешает морковку на расстоянии перед лицом этого осла, и он идет, чтобы сесть ее, делает шаг, чтобы схватить ее, но морковка остается на том же расстоянии от его рта, и снова он шагает. И на самом деле, вот мы только показываем, что мы преданы. На самом деле в сердце у нас очень много материальных желаний, связанных с бхакти. И Акханда Гурутатва, он в форме гуру убивает все эти материальные желания, все разрушает. Баладев Киджай, Акханда Гурутатва Киджай. И мы молимся, чтобы он избавил нас от иллюзорной энергии и даровал вечное служение Шри Радхе Кришне. Говорит, что вчера Шимранзи, она встречалась с премьер-министром Нарендра Моди, а до этого она также встречалась с президентом и с вице-президентом Индии. А вчера встречалась с премьер-министром, подарила ему книжку со своими иллюстрациями. А сейчас Буди Диди передает слово. Thank you.
Прежде всего, предлагаю смиренные поклоны моему Гурудеву, также всем саньяси, Пуджапад Шиткару, Ашхараджу, всем вайшнавам вайшнаве. Итак, сегодня особый день Балдев Пурнима. И Шила Махарадж, он попросил, приказал мне прославить Баладева и Шилу Гурудева. Кто такой Гуру? Гуру — это инкарнация милости Шримати Радхарани, сострадания Шримати Радхарани. Шримати Радхарани отправляет его, чтобы тот раздал свою милость на своих людей, на джив, на обусловленных душ. Гурудев, когда пришел, явился он в Мауни Амавасию, в Тивари Пуре. В этот мир он пришел. И что значит Мауни? Мауни значит молчание. И наш Гуру Махарадж объясняет, что значит Мауни. По-настоящему значение Мауни это значит полностью быть молчаливым. По материальному смыслу, то есть на мирские темы не разговаривать, но говорит только харикатху. Это настоящее значение обета молчания. Итак, Гурудев является, да, как полная луна. Гурудев сиял не только в Севрайпуре, он сиял, как луна сиял, осветил весь мир, всех затопил нектаром харикатхи. Люди из разных стран, в том числе с рубежа, там, они приезжали, чтобы послушать харикатху Шилы Гурудева. Так, Гурудев, его зовут Нараяна, Каруна Мурти. Воплощение сострадания. Что значит Нараяна? Нара значит жива. Аяна — это прибежище, обусловленных душ. Полностью можно перевести. Однажды Гуру Махарадж сказал, что мои двери открыты для всех. И все все ученики Прабхупады, ученики Бхакти Шрупа Сиддханти, Прамадхури Госвами Махараджа, Вайбав Пури, Бона Махараджа, все они принимали прибежище у Шилы Гурудева, и тот никогда не проводил различий между ними. Он всем давал одни и те же наставления. Со всеми очень хорошо, сладко общался, заботился обо всех. И Гурудева называют Карунамурти, воплощение сострадания. Вот я когда была маленькой, с детства я общался с Гурудевом. И когда Гурудев организовал парикраму в Матхуре, он с утра отправлялся на парикраму в Матхуре. Они перед Дамодараш, чтобы вечером
И она, когда она еще как маленькая была, она сидела рядом с Гурудевом, он пел Дамдраштаку. И однажды в Гудзиде и они отправлялись на Паршану. И как Гурудев сказал, ты можешь поехать со мной. Нет, нет, я боюсь, я не пойду. Мои родители отругают меня, это как Гурудев сказал. Говорит, не волнуйся, если они будут тебя видеть, я приму это все на свои плечи. Поэтому поехали. Она была маленьким ребенком еще. Они уехали на Парикрама, но они вернулись очень поздно. И она была очень испугана, что ее пугают родители. Но когда она вернулась домой, родители... Отец совсем не был. Он даже не спрашивал, где ты была. Иначе другие дни, когда она поздно приходила, то отец был очень разгневан. Однажды Кутик также взял ее и говорит, да, она была маленькая. И она какое-то время жила с Гурудевом в Вриндаване. И таким образом часто ее брал куда-то, маленькой девочкой. И она вообще перестала бояться, что родители будут ругать ее, если она просто перешивается. И когда начали уже на автобусах парикраму совершать иногда, она тоже стала есть на автобусах по парикраме. И она начала шить много божеств в это время. Она пришла через несколько дней, и Гурудев спросил, ты где была? Она в середине парикрамы присоединилась. Гурудев сказал, ты богас. Ты пропустила парикраму, такую прекрасную парикатку, ты пропустила очень многое. Поэтому он сказал, ты должна остаться здесь, но всю парикраму будет. Каждый год ты должна быть всю парикраму. Не нужно шить одежду для божеств во время парикрамы. Нужно посещать парикрамы. Это Романа Манджари. В этом мире он приезжает и совершает садану, как садок, своим примером. В Макури, например. В то время он еще не путешествовал на запад, и после Картики Гурудев Махури был. И у Гурудева была поднялась сильная температура. И Гурудев спал на очень тонком матрасе. Тогда в Гудзиде вместе со своими родителями отец, ее отец затронулся. Он тронулся до стоп Гурудева и понял, что у него высокая температура. И он спросил, Махарадж, почему вы спите на таком тонком матрасе? Я дам вам больше, такой толстый матрас. Гурудев сказал, нет, 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 ты не должен. Если мне дашь более комфортную постель, то я буду спать больше. Я не смогу вставать в 2:30 с утра, в 2:30 ночи. Говорит, мы все комфорт оставили дома, мы пришли сюда совершать баджан. Поэтому я не приму от тебя комфортно. Но люди, такие как мы, обусловленные души, мы ищем комфорт.
наша курварга, они своим примером учат нас, как совершать баджан. Когда Курдев каждый день отправлялся на утреннюю прогулку, он заходил к ней домой. И однажды рано утром Гурудев зашел к ним домой и спросил Гуди: «Что ты сделала с утра?» Он сказал: «Ну, я там ставы стути произнесла». Ани Гурудев сказал: «Эй, ты Харинам повторяла?» Я говорю: «Нет». Так Гурудев сказал: «Первым делом я должна встать, проснуться и повторять Харинаму. И после этого ты должна другими вещами заниматься». И по милости Гурудева, с этого дня я стала просыпаться. После того, как я проснусь, сразу начинала повторять Харинаму. Когда Гурудев поехал на запад, отправился в Штаты, все эти знаменитые люди приходили встретиться с ним. Они думали, что садху приходит, чтобы деньги попросить, но что Гурудев делал? Брал мань и возвращал обратно. Он говорил, что я приехал из богатой Индии. Вы думаете, что садху приезжает за рубеж, чтобы просить деньги? Да пожертвования нет. Я приехал сюда, чтобы дать. Они были очень удивлены, что до сих пор садху приезжали только брать, чтобы деньги, но никто не приезжал, чтобы что-то давать нам. Они были очень счастливы. Западные страны были в основном заняты, чтобы обеспечить себе чувство удовольствия, и они в основном несчастны. И Гурудев сделал их счастливыми. И Гурудеву также не здоровилась. Он являл свою лилу болезни, все равно путешествовал, чтобы проливать свою милость. Он всегда говорил, что Гуру Нишка — это позвоночник бхакти. Когда у нас будет Гуру Нишка? Когда у нас будет Локи Самбада Бхава, когда у нас будет чувство мамы, то что Гурудев мой. И мы будем с Гурудевом общаться, как мы вот с нашим другом, близким, либо с родителями. То есть делиться этими сокровенными настроениями сердца. Однажды Гудзин спросил: «Как я могу развить логи Самбанду Бхаву, дружбу с очень близкую Бхаву? Потому что она всегда, я всегда боюсь, когда общаюсь с вами. Как вот с родителями я взаимодействую? Я хочу более близкой дружеской дружбы». Тогда Гурудев улыбнулся. И Гурудев общался с ребенком, как ребенок. Он общался с пандитами, как пандит. Гуру Махарадж
Когда были какие-то дни, когда не ухода, Вайшнав, либо другие праздники Гурудев, всех заставлял рассказывать Харикатху. И нельзя было повторяться, нельзя было говорить новые эти аргументы. Поэтому все хотели первыми выступить. За 15 дней до этого дня все начинали готовиться, выписывать какие-то вещи. И раньше уже Пачтера Махараджи спали Расананда, и Гурудев говорил, сейчас Расананда придет, и всех, на всех прольет поток расы, поток нектара. И все уже выступали, и тогда в конце Гурудев приглашал Шри Пачтера Махараджи, говорит, сейчас Расананда Прабху прольет на всех поток расы. И Пачтер Махарадж добавлял очень много новых аргументов. И в конце говорил Шрила Гурудев. Мы были удивлены, сколько Гурудев еще много нового добавлял в дискуссию. Анарада Рада Падамбоджарена, Гурудев всегда повторял эту шлоку. Кто говорил, без того, чтобы принять прибежище области стоп Радхарани, без того, чтобы принять прибежище Вритавана Дхами, без того, чтобы принять пыль стоп Раси конкретного, которая все находится у стоп Радхарани, никто не может войти во врач. Кто не сможет понять Кришну, служить Кришне. Поэтому все должны принять прибежище в Радхарани. И принять прибежище у Расика Предного и Вридавана Дхамы. И Гурудев был всегда очень прямолинейный в Матхуре. Мы слышали, как на собрании там Манохар Дас Шастри, сейчас он оставил тело, но он очень любил Гурудева. Манохар Лал Шастри. Он позвал Гурудева и сказал, позови Шалпатнарайан Госвами Махараджа. И тогда куда пришел на это собрание по Кришнататве. Они обсуждали, где Кришна явился, где он родился. Все говорили, что Кришна родился в Матхуре. И тогда Гурудев пришла очередь Гурудева говорить, и он говорит, нет, Кришна не родился в Матхуре. Он только появился в Матхуре, на самом деле он родился в Гокуле. И начал доказательства различные представлять Шримад Бхагаватам, одну за одной. Что Кришна родился в Гокуле, не в Матхуре. Некоторые люди тогда разозлились и сказали, нет, мы не согласны с философией Гауди Вайшнау. А Гурудев говорит, ну вы можете не согласны с Гауди Матхой, но Шримад Бхагаватам вы же принимаете. Вы можете что ли выкинуть эти шлоки из Бхагаватам? Вот вчера мы слышали, уже Пашадхар Махарадж, он повторял эти все шлоки. Итак, Гурудев говорил, если вы принимаете Шримад Бхагаватам, то вы должны принять, что Кришна не родился именно в Гокуле.
Ну, тогда все замолчали. Гурдев, он так устанавливал всегда сиддханту. Да, она вставала с вами. Гурдев слушал всех очень внимательно. Если хотя бы маленькая ошибка допускал, то Гурдев со смирением, с любовью он поправлял и устанавливал сиддханту. То есть сиддханта не должна быть искажена. Всегда не должна быть доказательством. Если Гурдев наш имеет бесконечную славу. Я еще одну вещь хочу добавить. Мы празднуем столетие дня явления Бхавана Госвами Махараджа и Наранга Госвами Махараджа. Никто не говорит. И надо упомянуть любовь между ними. Однажды Гурдев отправился на запад, и когда он вернулся в Калькутту, Пуджапад Вамана Госвами Махарадж сказал, Вамана Махарадж сказал, что вы должны цветами украсить Бхаджан Кутир Наранга Госвами Махараджа. И до обеда никто цветов не принес. Тогда он сам Махарадж сам пошел за цветами. Вамана Махарадж принес цветы, и они начали украшать Бхаджан Кутир Шрилы Бхактинарайана Госвами Махараджа. Это Тань также украсили. Пожалуйста, Кутир Вамана Госвами Махараджа, потому что шел в Наранга Госвами Махараджа, он бы не стал жить в украшенной комнате, если бы комната Вамана Госвами Махараджа не была украшена. И также Кутир Вамана Махарадж был там однажды. Иногда даже не спорили Вамана Госвами Махарадж и Шатнаранга Госвами Махарадж. Был трансцендентный спор. Шатнаранга Госвами Махарадж сказал однажды, твои дети не слушают меня должным образом. Вамана Госвами Махарадж. Они мои дети, они не твои дети. Говорит, ну а ты просто им дал как бы рождение, в смысле дикша мантры, а я должен ухаживать за ними, убирать их там испражнения, там так далее, чистить их, ухаживать за ними. Ананджи спросил, что это Наранга Госвами Махараджа, вы говорите такие возвышенные вещи. Говорить о том, как стать маджари, но как так высоко, так сложно. Гурдев сказал, вы должны нос стереть, а лотосные стопы гуру. Должны стать домашним животным, собачкой вашего Гурдева. Тогда вы сможете стать уже на Тадхаране. Мать будет сидеть здесь, вся семья находится здесь, вся семья, ученики Шрилы Гурудева.
Это в храме в Навадвипе, там есть храм Баладева, и вот там семья Гудидиди, они ухаживают за этим храмом. Мать Гудидиди, она очень вкусные покоры готовит, чатни. Когда мы... Когда Махарадж и Бхартхачарья приходят на Бхикшану на Мадхукаре, то они угощают покоры, чатни. Мы всегда с удовольствием посещаем их дома очень. В долгу перед их семьей, потому что они очень много служения оказывают. Какое-нибудь, если была нужда в храме, то они всегда помогали. Их семья всегда была готова помочь. Все они отдавали. И сейчас тоже. Это же уже постарело, но она все равно присутствует на картике, на парикраме, всегда на программах присутствует. Гудиди тоже, она рассказывает красивую харикатху о Гурудеве. И харикатху, которую Гурудев давал, она все записывала, и всю свою жизнь она посвятила единственному Штрикуру. Она не замужем. И у нее был брат Раджу. Двадаши. Они на самом деле богатые люди. Раньше никто не приходил в Гаудиамат в Матхуру, потому что они думали, что они колдовством, ну, колдуют там. Однажды Раджа пришел в Гаудиамат, и он был настолько вдохновлен Шрила Гурудевой, что он всю свою семью привел. Двадашу. То есть Раджа, они же богатые, богатая семья, и Раджа говорит, он из богатой семьи, все равно ходил собирать пожертвования для храма. И все, что он собирал, он жертвовал в храм. И Радж тоже был не женат. То есть у них сын и дочь, они не женились, не вышли замуж. И как Раджа Прабху в итоге оставил тело? Особым образом. Совершал свой аник. Совершая аник, он оставил свое тело. Почему у него смерть была такая благоприятная? Потому что он всю свою жизнь служил Гуру Вайшнавам. И здесь я тоже вижу много других семей. Те, которые служили Шри Гурудеву. Прем Кумари Матаджи. Ее семья, вся ее семья. Также Анандини Диди со семьей. Он многие семьи из Матхуры. Они предались полностью лотосным стопам. Гурудевы служили. И Гурудев. Там они всегда приглашали Гурудева для каких-то церемоний яги. И Гурудев всегда говорил, что я только для киртана прихожу к вам в дом. Вы не должны мне давать ничего. Мне ничего от вас не надо. Мне только кисточек тулати надо. И просто подстилку, на чем сидеть. Если даже подстилки нет, то я сам принесу свою подстилку.
чтобы я мог сесть и совершать киртан. Поэтому Будда говорил, вы не должны, как бы, ничего вы мне не нужно давать, ничего. Только вот дайте мне возможность совершать киртан. Таким образом, Гурудев проповедовал в домах Мадхуры. Гурудев даже по вечерам, то есть он до 12 часов совершал киртан в домах Мадхуравасе. И когда киртан заканчивался, тогда они оставались допоздна, играя на мриданке в Таркарталах. Очень поздно возвращались обратно в Мат. Например, Наджимасными была. Гурудев очень сильно большой киртан устраивал на Гарсан киртан на Джанмаштами. Еще один махарадж был в Мадхуре, который на Симхасане сидел, и его несли и совершал киртан. Но Гурудев всегда шел со всеми и совершал санкиртан. Все восхищались, они говорили. Но все сравнивали этих того махараджа, который ездит в Симхасане, не совершая киртан. А и ну, там мало чего делает. Шел Натнарагасвами махарадж, который слишком очень много делает. И киртан поет, и пешком ходит. И Шрила Гурудев устраивал огромную парикраму. Он приглашал известных артистов. И поэтому Джанмаштами была очень большая процессия. Они начинали прямо с 10 часов дня до 10 вечера. Огромное число просада распространялось. Над Джанмаштами, на Радхаштами. На Джанмаштами также приглашал всех пандитов из Враджа. И он выбирал одну шлоку. И основываясь на этой шлоке, они как бы обсуждение устраивали. И все много-много, каждый приводил много аргументов. Но Гурудев в конце говорил, я не образован, я санскрит не знаю так хорошо, как вы. Но все бандиты, они все равно касались его стоп, потому что Гурудев рассказывал очень много харикатхи. Гурудев очень много проповедовал. Гурудев говорил, у меня нет никаких качеств, у меня есть одно качество. У меня есть одно качество, это твердая вера моего гуру. И я служу своему гуру с твердой верой. И поэтому, говорит, только благодаря этому, то, что я служу своему гуру сильной верой, ко мне очень много людей приходит. И Радхаштами, Наджанмаштами, там было столько много людей, что приходилось делить на 3-4 команды. Когда Кришна родился, то все Враджаваси, они пришли, чтобы поздравлять Нанду Бабу и Шурумаю. Таким образом, в Мадхуре то есть, когда Радхарани родилась, тоже жители Мадхуры, они пришли поздравить. И они пришли, принесли очень много подарков к Радхарани. 3-4 команды ходили, собирали пожертвования.
Так вот выходил на террасу и бросал эти лепестки на людей. Таким образом, Гаудиамат со временем стал очень известен в Матхуре. И Гурдев с помощью силы своего баджана, своими сильными усилиями, он такую большую проповедь устроил. Позже он начал ездить уже за рубеж, и поэтому в Индии прачар стал меньше, но также зато за рубежом стал большой, огромный. Главная проповедь, а сейчас я предлагаю выступить Гокулачандра Прабху. Гокулачандра проповедует по скайпу, читаем Чайтанамриту, рассказывает. Она не переведена была раньше. Чайтанамрита — это одна из самых подушных книг. Прабхупада говорил, что если все описания исчезнут, то останется одна читание Чайтанамрита, и будет достаточно, чтобы достичь совершенства. Прабхупада говорил, что даже если Шримад-Бхагаватам исчезнет, останется только читание Чайтанамрита, то этого будет достаточно, чтобы заменить все писания. И вот эту гранху Гокулачандра перевел с бенгали на хинди. Он также перевел комментарий. Пратина Такура, Пратина Сарасвати Такура. Он очень много милости обрел Гурдева. Также комментарий Шрилы Гурудева перевел. Сейчас из хинди переводит. На английский переводит теперь с хинди. Он был инженером. Он получал по 4 лакха. Это давно было, но все равно большие деньги получал по 4 лакха в месяц. Сейчас он уже не работает, конечно, полностью погружен в перевод. Гурдев говорит, что все должны благословить его, чтобы он жил больше 100 лет, потому что он также, чтобы перевел читание Бхагаватам. Это не так-то просто переводить из бенгали на хинди. Мы должны понять, что мы должны Гурдев сказал им переводить читание Чайтанамриту, и Гурдев проявляет большую милость, поэтому тот перевод читания Чайтанамриты, также читание Бхагавата, сложные книги. Поэтому давайте благословим Гокулачандру, чтобы он долго жил и таки издали эти книги, переводы этих книг на хинди и английском. Namaste Charanam Rajendram.
Пуджа Пата Гакулу, Чандра Прабху предлагает свои дандават пранамы своему духовному учителю, Гуру Парампаре, Саньяси, собравшимся, и Вайшнавам и Вайшнаве. Шри Пуджа Пата Шридхар Махарадж. Имеет все эти качества Шикшаштакам, которые описываются в четвертой шлоке Шикшаштакам. Он всегда готов даровать уважение и почтение всем. Ничего не желая для себя. Но я, к сожалению, отношусь к этой категории. Это все происходит по милости Шрилы Гурудева. Такие гранхи, как читание Чаритамрита. На самом деле, как мы можем прикоснуться к этим трансцендентным гранхам? По милости Шрилы Гурудева мы обретаем возможность изучать Священное Писание. Я сейчас занимаюсь публикацией. Это только лишь по милости Шрилы Гурудева. Шрила Прабхупада, комментарии. Я вначале то, что когда он дал мне это служение, я спрашивала его, как мне лучшим образом совершать это служение. Но я пытаюсь лишь только по милости Шрилы Гурудева совершать это служение. Амал Кришна Прабху также. Переводит Гаудика Патрику и другие гранхи. И затем вот эти все лекции Шрилы Гурудева, Гокула Чандра Прабху, он имеет очень много, большую коллекцию статей. Статей Шрилы Гурудева по некоторым вопросам, касающимся читания Чаритамриты и других. У него очень большое собрание, и я через призму восприятия Шрилы Гурудева стараюсь следовать его настроению. И вот поэтому уже практически до Картики мы закончили Матхьям-лилу читания Чаритамриты. Скоро она будет также издана.
И также и этот английский перевод также как бы продолжается. Через 2 месяца они тоже закончат. То есть он переводит читание Читамриту из бенгали на хинди. И также читание Бхагават я уже начал также переводить. И 100-летний юбилей уже, наверное, скоро настанет, как началось издаваться Годрик Гаудия Патрика и все вот касающиеся письма Шрилы Гурудева, переписка, статьи, которые были подготовлены. Я знаю, что я совершенно не квалифицирован, но лишь только по милости Шрилы Гурудева Вайшнава у меня есть надежда продолжать это служение. Вот я хотела бы предложить этот стих. Что, которым объясняется, что по милости духовного учителя это даже не мой, он сможет говорить, а глухой слышать, а тот, который хромой, он может на горы забраться. Прабхуджи далее говорит. Если вы, например, думаете, что вы обладаете видья, знаниями, то тогда Шрила Гурудева покажет нам, что вы совершенно не способны. Но если мы считаем, что мы беспомощны и ничего не знаем, и единственная милость — это лишь только Шрила Гурудев, который может помочь Вайшнава, только тогда все очень гармонично происходит служение. То есть он сейчас рассказывает о том, как он учился в университете, и он на инженера, и у него были всегда очень хорошие результаты экзаменов. И у меня в действительности было некоторое представление гордости, что я знающий, что я очень хорошо разбираюсь во многих вопросах. Когда во время Враджа Мандала Парикрамы, во время организации, я также я занимался этим служением насчет вот технического оснащения звуком, звук, что был, и ну как бы все остальное, технические у меня служение было. То, что мне пригодилось. И однажды меня послали с Муни Махараджем что-то приобрести для вот этой технической поддержки звуковой, что-то там это было. И почему? Ну, то, что я знала в этот момент, когда мне сказали пойти с Муни Махараджем, который тебе скажет, что тебе нужно купить, я понял в этот момент, что я-то думала, что я и сам это все могу сделать. Но вайшнавы показывают мне, Шрила Гурудев показывает, что ты вот должен спросить его, что он лучше знает, что лучше выбрать. В этот момент я чувствовала себя, что в действительности это лишь только на моем уровне. Я думаю, что я очень знающий все, но Шрила Гурудев очень быстро, он как бы, видя это, какое-то такое горделивое отношение, он быстро эти все анардхи убирал из сердца.
Я всегда очень трепетно с самого начала относился к служению, публикации, потому что это все касается Шилы Гурудева. Все, что касается Шилы Гурудева, оно должно быть на высоком уровне. Это служение, оно должно быть совершенно кристально чистое, без всяких ошибок. Почему? Потому что иногда мне приходится очень много раз проверять, чтобы не было никаких ошибок, чтобы... И также я спрашиваю очень многих о помощи, чтобы они, если какие-то у меня вопросы возникают. Почему? Потому что все, что... Иногда там на санскрите какое-то слово, которое имеет очень много значений, как оно именно оно применяется вот в этом значении, в этом предложении, в этом контексте. И поэтому я также обращаюсь к Ачьюта Лала, в этом пандиту во Вриндаване, который очень грамотный, и он мне помогает переводить санскрита некоторые такие, которые, ну, как бы, слова, которые мне кажутся сложными, и для употребления их в правильном контексте. И также Прабхуджи говорит о том, когда он читал комментарии Шрилы Прабхупады к читанию Чаритамрити, этот Ачьюта Лала, он был совершенно изумлен глубиной комментария Шрилы Прабхупады, которую он выражал. И также сейчас идет также английский перевод Simultaneously, то есть одновременно мы делаем также и английский перевод, не только на хинди. И он сейчас называет некоторых прабху, которые помогают мне в английском переводе. Шрила Гурудев – это тот, который все может организовать лучшим образом. Гокул Чандра Прабху говорит, что я знаю, что я не квалифицирован, но по беспричинной милости Шрилы Гурудева я в состоянии продолжать. Как Шрила Бхактивинода Тхакур, он обращается в бажане, сколько я совершил греховных реакций, сколько я плохого сделал в жизни. Когда я слышу этот бажан, я считаю, что это рассказывается обо мне, что я на самом деле обладаю всеми. Сегодня в особый день Баладева Пурнима Акканда Гуру Татва, который является Баладев Прабху, его день явления. Это также связано с Шрилой Гурудевом. Шрила Гурудев, он также является Канда Гурой, он является Пракаш самого Шри Баладева. Поэтому, если вы хотите обрести милость Шри Бхагавана, вы должны вначале обратиться за милостью к Шри Баладеву Прабху. Баладев Прабху, он является Канда Гуру, Акканда Гуру. И без милости Баладева Прабху мы не сможем также обрести милость Шри Радхи и Кришны. Мы не сможем обрести Раджа Прему. И имеется там очень много примеров. И также я очень реализовал в спорте, когда я работал на читании Чаритамрити. Когда я писал, я реализовал, что если Нитянанда Прабху не пришел в Кришнадасское Раджа Госвами, в его сон, и не дал ему наставление пойти во Вриндавана, то тогда бы он, наверное, не смог бы написать читание Чаритамриту. Я подумал об этом. Шинтинада Прабху, я дальше продолжал думать, он очень милостлив. Кришнадасская Раджа Госвами писал читание Чаритамриту.
И у Кришнадаса Кавираджа, у него был старший брат Менканад, как-то так, да, его зовут, который имел очень большую веру. В читании Махарабону у него не было достаточной веры в лотосные стопы Нитянанда Прабху. Один пуджари, который совершал арчану, и он не предложил пранамы. И он не предложил пранамы вот этому Менканадасу, как-то Рамананда зовут его. Прабуджи говорит, сейчас оно поправляется. Пуджари, он совершал арчану в своем... Он предложил пранамы одному из учеников Нитянанда Прабху. И как, почему? Потому что если вы занимаете арчану, но если, например, кто-то приходит в ваш дом, вы должны вначале предложить, ну, оторвать, ну, как бы прервать свое служение и предложить пранамы вайшнавам, а затем продолжать совершать арчану. Это подобно тому, что ты принимаешь, знаешь об этом, как бы, но не следуешь. Точно так же, как, например, курица. Если вот, например, две части курицы, с одной стороны она клюет, а с другой яйца несет. Если вы примете только одну часть, ту сторону, которую она несет яйца, то тогда вы будете обмануты. Точно так же, как Шри Нитянанда Прабху и читание Махапрабху, вы должны принять авторитет также Нитянанда Прабху. И вот этот брат Шри Кришнадас Кавираджа Госвами, он из-за того, что его брат не имел достаточной веры в Нитянанда Прабху, он спорил с ним, и затем он оставил дом и решил пойти во Вриндаван. И когда он пришел во Вриндаван, на пути к Нитянанда Прабху пришел в его сон и подтвердил ему, что не беспокойся ни о чем, я с тобой, и что бы с тобой ни произошло, я всегда помогу тебе. И поэтому он вдохновленный пришел во Вриндаван, и, как мы знаем, от вечных, от Шат Госвами, Шри Рагунат Кадас Госвами, и других вайшнавов, которые являлись непосредственными свидетелями деяний Шри Чайтаньи Махапрабху, используя их воспоминания и то, что они записывали, он решил написать гранку, посвященную читанию Махапрабху, читанию Чаритамриты. Там также описаны настроения Шримати Радхарани. Каким же образом Кришнадас Кавираджа Госвами мог написать такие возвышенные темы, касающиеся Рада Таттвы, Кришна Таттвы? Почему? Потому что если бы Нитянанда Прабху, если бы он не обрел милость Нитянанда Прабху, он бы не в состоянии был написать читание Чаритамрита. Потому что читание Чаритамрита — это такое освященное писание. Если вы, оно как бы настолько уникальное, универсальное, что в нем содержатся все знания, суть знаний, гуру таттвы, джива таттвы, майя таттвы, и также до рада таттвы, кришна таттвы, раса таттва, все полностью объясняется читание Чаритамриты. И поэтому, изучая читание Чаритамриты, это означает, что вы обретаете знания священных писаний. Читание Чаритамрита, если вы хотите реализовать значение Шримад Бхагаватам, вы должны принять прибежище читания Чаритамриты. А в особенности Шукадева часто подчеркивал.
что в чем заключается беспричинная милость читания Махапрабху, что Рая Рамананда Самват, он которые принципы которого дают самые возвышенные сокровенные знания. Там заключается Виласа Татва, Рада, Кришна Татва. Все это внутри, это Рая Рамананда Самват обсуждается. Что означает, что самое... что это особая милость читания Махапрабху, что в читании Чаритамриты содержатся такие главы, связанные с Рая Рамананда Самват, Шикша Санатана Рупа, Санатана Шикша Рупа, Шикша и так далее. Почему? Потому что если бы... И также есть еще другое деяние, связанное с Кришнадаской Раджан Госвами. От кого он слышал повествование? От Шри Рагунатхадас Госвами. А Шри Рагунатхадас Госвами, когда он достиг Хаджаганатхапури, он оставался со Сварупа Дамодара, потому что читание Махапрабху предложил его Сварупа Дамодара. И поэтому все лилы, которые происходили в Гамбире, где же читание Махапрабху, он обсуждал все, что происходило со Сварупа Дамодара Рамананда. А затем он делился этими знаниями с Шри Рагунатхадас Госвами. Мы уже слышали об этом, когда... Как Шри Рагунатхадас Госвами пришел в Джаганатхапури, сколько раз он пытался прийти к читанию Махапрабху, но все было безуспешно. Но в конце концов, когда это произошло, и он оставил дом, когда он шел на пути в Джаганатхапури, очень длительный путь совершая. Шри Чайтанья Махапрабху, когда при встрече дал ему наставление. Шри Чайтанья Махапрабху сказал ему, ты не должен совершать как это обезьянное отречение. Ты должен прийти к Юкта Вайрагье. Ты вначале должен... Вы знаете, как Шри Рагунатхадас Госвами, он был женат на очень красивой девушке и имел большие богатства. Но он ничего этого не желал, ничего не привлекало его в материальном мире. Или что было достоинство и читания Махапрабху. И постоянно находясь в разлуке, почитание Махапрабху, в Панихате, когда Нитинанда Прабху пришел со своими спутниками, он попросил разрешения у отца, чтобы пойти встретиться с Нитинанда Прабху. Шри Рагунатхадас Госвами, он предложил свои пранамы, немножко как бы издалека. И он видел, как Шри Нитинанда Прабху, он сидел под баньяновым деревом на берегу Ганги, и увидев Шри Рагунатхадас Госвами, который находился вдалеке, он позвал его. Он сделал такой жест, приглашая его. И когда он приблизился, он схватил его и сказал, «Ты вор, я накажу тебя». А что же такого, что же украл Шри Рагунатхадас Госвами? Почему он его назвал вором?
Еще читание, потому что читание Махапрабху является сампати, богатством Шринитинанда Прабху. Без милости Шринитинанда Прабху мы не можем прикоснуться к сокровищам сердца лотосных стоп Шринитинанда Махапрабху. Поэтому Шринитинанда Прабху обратился к Рагунатху Дасгосвами Тевору. Ты хотел приблизиться к сампати, к читанию Махапрабху, обойдя меня? Почему? Потому что это мое богатство, сампати, читание Махапрабху, ну и поэтому без меня никто не может приблизиться к нему. И какое же он наказание даровал Шри Рагунатху Дасгосвами как особую милость? Он сказал, чтобы он организовал большой пир для всех вайшнавов. Таким образом, это была беспричинная милость. Вы знаете, что когда вайшнав, великая личность, он наказывает или же благодарит, это все является беспричинной милостью. Сейчас он расскажет о Шивананда Сене, который также получил наказание от читания Махапрабху. Но как он был счастлив, он танцевал в высоченном состоянии, говорит, что даже Брахма, Шиваджи, они не могут обрести такую милость, которую обрел я. Это действительность Нитинанда Прабху. Вот, то есть это Нитинанда Прабху, извиняюсь, не читание Махапрабху. И поэтому, когда этот Шивананда Сен, он оставался по милости Нитинанда Прабху, он всегда получал остатки Махапрасада, Шри Читания Махапрабху. Нитинанда Прабху, хотя Читания Махапрабху находился в Джаганнатхапуре, и Нитинанда Прабху позвала его, и он появился в Панихате в тот самый момент, когда все было готово к пиру, все собрались, и Нитинанда Прабху, он предложил первую порцию Шри Читания Махапрабху. Никто не мог понять этого жеста, но Шри Рагунатха Госвами и Маду Пандит, они видели внутренним духовным зрением, как Шри Читания Махапрабху появился в Панихате. Вы знаете, не было места, даже Ганга, она была переполнена. Столько людей собралось, они находились в Ганге, принимая прасад. Вы знаете очень хорошо эту удивительную лилу. Рагав падит. Он сказал, обратившись к Шри Рагунатху Дасгосвами, что сегодня ты обрел истинную милость, Шри Нитинанда Прабху. И Шри Рагунатху Дасгосвами, он открыл... То есть в этот момент Шри Рагунатха Дасгосвами освободился от всей нерешительности через Нитинанда Прабху Рагава Пандита. Нитинанда Прабху через этого пандита он дал такую надежду в сердце Шри Рагунатха Дасгосвами, что очень скоро он окажется у лотосных стоп читания Махапрабху. Что и произошло после. Вы знаете, когда Кришна сосуд,
Сейчас он рассказывает эту историю, как же произошло побег Шри Рагунатха Дас Госвами, когда его учитель Ядананда Ачарья пришел, который являлся гуру семьи Шри Рагунатха Дас Госвами. Он пришел и сказал, что сегодня Пуджари не пришел совершить пуджу. Я хочу, чтобы ты позвал его. И Шри Рагунатха Дас Госвами, он понял в этот момент, что его минута настала, наконец, долгожданная. Он сказал учителю, что не нужно вместе, я сам пойду и позову его. И вместо того, чтобы он позвал этого Пуджари, но он не вернулся домой. Почему? Потому что все были спокойно уверены, что он пошел по приказу духовного учителя всего лишь на минутку, но Шри Рагунатха Дас Госвами не вернулся. Сейчас он рассказывает, сейчас Прабхуджи рассказывает, как он тяжело, он не шел по главной дороге, он шел тропинками лесными, потому что он думал, что если его будут искать, его очень легко можно будет обнаружить, и он прятался. У него не было ничего с собой. Он питался с тем, что было в лесу, пил воду, и он постился в течение длительного времени, и он шел очень быстро, стремительно. Он постоянно, почти без всякого перерыва. И потом, когда наконец-то Шри Рагунатха Дас Госвами пришел Пуре, и наконец эта встреча произошла. Первое, что сказал, что читание Махабу, что по милости Нитянанда Прабху, наконец-то ты смог освободиться из колодца материального существования. Это милость Нитянанда Прабху. И затем Шри Рагунатха Дас Госвами, он пришел во Вриндаван. Он рассказал и поведал все эти удивительные лилы Шри Чайтанья Кришнадаса Кавираджа Госвами. По милости Шри Нитянанда Прабху, мы совершаем Навадвипа Парикраму. Она начинается с Нитянанда Прабху. Шри Джива Госвами первый совершил парикраму. Когда начали Нитянанда Прабху, затем Шри Джива Госвами, который вместе с ним, которому он показал все святые места Навадвипы. Это была первая парикрама. И следуя лотосным стопам Шри Нитянанда Прабху, которые коснулись Навадвипы Дхамы, во время этой парикрамы мы также традиционно совершаем парикраму. Это вы знаете, Мадху Пандит, который обрел милость Джанави Деви, он смог обнаружить божество Ширада Гопинат. По милости Джанави Деви Мадху Пандит, он смог проявить Гопинат, Шри Гопинат, потому что Джанави Деви является Шакти Нитянанда Прабху. Мы можем видеть повсюду в лилах Шри Чайтанья Махапрабху, повсюду мы можем их видеть через призму беспричинной милости Нитянанда Прабху. И все, что мы обретаем в духовной жизни, первое, это милость Нитянанда Прабху. Он является Кандагуру Татва, а наш Шрила Гурудев, он также является духовной силой и проявлением Пракаш Аканда Татвы. Сейчас мы находимся здесь, и мы слушаем прославление лотосных стоп Шрупы Госвами в течение последних дней. Это также беспричинная милость Шилы Гурудева, что мы можем участвовать в этом большом фестивале. И без милости Шилы Гурудева, как бы могли бы узнать о Шри Рупе Госвами, о его божественной славе?
И поэтому все преданные, которые прославляли Шрупу Госвами, это ученики Шилы Гурудева во время Джанмастами, вы знаете, и Наратхастами, когда начиналась Харикатха, прославление Шримати Радхарани, Шрила Гурудев начинал. И сколько бы она ни длилась, и сколько бы ни говорили, прославляли, не было конца этим прославлением. Почему? Потому что это... И поэтому также Шрила Гурудев, даже во время Джанмастами, когда он начинал прославлять Кришну, но он заканчивал Шримати Радхарани. Все, о чем Шрила Гурудева не говорил, с какой бы татвы он ни начинал, он в конце концов всегда связывал это все с поклоняемым божеством нашей Шримати Радхарани. Также можно с большой уверенностью сказать, кто такая наша Свамини, кто является поклоняемым божеством и что является нашей конечной целью. Поэтому Шрила Гурудева всегда в своей катке, он всегда в конце концов все подводил к этому, к нашей конечной цели, что является Радхадасьям. Поэтому независимо от того, на каком уровне находились преданные, слушая Шрилу Гурудева, кто-то на очень низком уровне, кто-то только что начинающий преданный, кто-то более зрелый, несмотря ни на, как сказать, квалификацию, Шрила Гурудев, он всегда подчеркивал высшую цель нашей духовной практики, которая является Радхадасьям. Без всяких ограничений он давал. Поэтому если бы Шрила Гурудев... Даже... Даже начиная как бы вот публичное выступление, как когда Шрила Гурудева начинал о том, что мы являемся Кришна Нити Дасами, начиная говорить какие-то очень основные такие принципы того, что мы не есть это тело, а душа, но в том, в конце, когда Шрила Гурудева начинала говорить о Нити Даса, что мы являемся Нити Дас, Шрила Гурудев начинал более глубже раскрывать, что какие расы существуют, и в конце концов его настроение, оно было настолько проявлено, что он постоянно прославляя Шримати Радхарани и Радхадасьям, ее Палиадасьям, Шримати Радхарани, он говорил, что дживы этого мира, обусловленные души, которые становятся на путь преданности с Гуру Падашри, совершая как бы принципы бхакти, Кришна очень счастлив, если вы развиваете настроение служения Шримати Радхарани, Кришна еще более доволен. Что эта джива, обусловленная душа, она совершает садхану бхаджану мне и также в особенности Шримати Радхарани. И с большой уверенностью можно сказать, Кришна будет очень доволен вашим служением. Очень много можно говорить на эту тему, о чем Шрила Гурудева учил нас. И сейчас мы повторяем то, что мы слышали от него. Он очень говорил на многие татвы, давал нам знания.
то, что мы не могли бы ни от кого другого услышать. Сегодня в течение этого фестиваля Баладева Пурнима, день явления Шри Баладева Прабху, Шагуда показывает нам, как мы должны совершать служение. Что такое Бхагавата Татва, которая не отлична от Кришны? Хотя сам Кришна, он совершенным образом также, отвечая, являясь Бхактавацали, он также отвечает взаимностью на преданность, которая... Для служения Шри Кришны Шрила Гурудев является Кришнадас, но для нас он является наш Прабху, наш дорогой. Дорогой духовный учитель, я ничего особого не готовил сегодня для выступления. Все, что приходило ко мне, совершенно автоматически я о том и говорил. Хари Кришна. А сейчас Хари Кришна Прабху продолжит прославление. Намасте Гуру Девая Шридхарая Приятмане Сиддхи Веданта Нараяне Намне Кришна лила кхане Сиддхи-с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 иддхи
Дина-банду-джагат-пате, Мухти-шипотика-канта, Радха-канта-намо-стуте, Татта-канчана-гауранги, Радхе-бринда-ванешвари, Дишабхана-сатадеви, Пранамами-хари-кри. Намо Махаваданная Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанья Намине Гаура Сите Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сиддхартади Гаура Бхакта Вринда Ванча Калпата Рудрасья Крипа-синдху-вева-ча, Патитанам-папанибхьо, Вайшнаве-чо-намо-намо. Воло Харе-Кришна, Харе-Кришна, Кришна-Кришна, Харе-Харе, Харе-Рама, Харе-Рама, Рама-Рама, Харе-Харе. Воло Харе-Кришна, Харе-Кришна, Кришна-Кришна, Харе-Харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guru Vaishnava, Ahaipati Anutampa. По обеспеченной милости Гуру и Гауранги. Аж Джуна Баттав ка антим день хэ, Пурнима. Атва я кау ки Джуна Баттав самапт хо гя. Пурнима ке дин Баттав самапт хо жаде, на? Кал. Продолжение будет через 5 минут перевода. Пурнима-то
तो पूर्णिमा आ गई क्या बलदेव पूर्णिमा फिर उत्सव शुरू हो गया ये वैष्णव जीवन है संसार में बड़े कष्ट हैं बहुत कष्ट किंतु वैष्णव जीवन में कष्ट होने पर भी आपको स्पर्श नहीं कर सकते खाली बैठोगे तब कष्ट स्पर्श करेंगे ना एक उत्सव गया दूसरा आ गया गुरु जी की सेवा वैष्णवों की सेवा भगवान की सेवा है हम लोग मंगलाचरण करते हैं ना गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाश मंगलाचरण किया उसमें गुरु जी की वंदना की उसके बाद वैष्णव वंदना की शादी कह करके और भगवान की वंदना की क्या हुआ विघ्नों का विनाश हो गया संसार तो कष्टमय है ही है ना दशावतार समय हो रहा था ना क्या प्रलय पयो धिजले प्रलय हो गई क्या प्रलय हो गई महाप्रलय हो गई सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया चंद्रमा भी अपना जीवन पूरा करके चले गए सर्वत्र बारिश हुई खंभों की तरह बारिश की धाराएं बह रही थी और पानी कहां तक भड़ गया स्वर्ग से जितने भी 14 भवन है वहां तक पहुंच गया और क्या हो गई हमारे जीवन में क्षण क्षण में प्रलय होती है कभी कोई हमारा अपमान कर देता है तो प्रलय हो जाती है कभी कोई हमारे को लोभ हो जाता है तो भी प्रलय कभी मतवाले हो जाते हैं तो भी प्रलय कभी किसी के प्रति ईर्ष्या कर देते हैं तो भी प्रलय कभी किसी की निंदा कर देते हैं तो भी प्रलय सब प्रलय तो है आत्मा का तो यह स्वरूप नहीं है आत्मा का क्या स्वरूप है आत्मा तो सच्चिदानंद है वो काम क्रोध लोभ वो मद मत्सर आदि तो जानती नहीं है कहा गया है ना ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकारण ईश्वर कौन है परम कृष्ण है क्या स्वरूप क्या है उनका हमारा ये स्वरूप क्या है पांच तत्वों से बने हैं हम और ईश्वर किस चीज के बने हुए हैं सचित और आनंद से बने हुए हैं उनमें सद्वृत्ति क्या है ये जो सद्वृत्ति है यही सत्ता है नायमात्मा बलहीन न लभ्य अगर कोई पात्री नहीं है तो खीर डालेंगे किसमें हाँ तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह चित्तवृत्ति क्या है चित्तवृत्ति ज्ञान की प्रवर्तक है श्री कृष्ण वृंदावन धाम में आके является ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परिवर्तित हो जाते हैं और आनंद वृत्ति क्या है सच्चिदानंद что такое चित्तवृत्ति ये विहादिनी प्रवृत्ति है इसके मूल कौन है श्रीमती राधा रानी चित्तवृत्ति के मूल कौन है श्री कृष्ण है और संधि वृत्ति सतवृत्ति इससे संधि हो गई है हर चीज एक के बाद एक जुड़ गई सत्ता बन गई и также хладение Шакти Шримати Радхарани. Мы знаем, что Шри Баладев Прабху является божеством Сандини Шакти, который является одним из аспектов Сварупа Шакти. Шри Кришна является поклоняемым божеством Чит Шакти или же
Чит Шакти, а Шримати Радхарани, она является аспектом владения Шакти, Сварупа Шакти Кришны. И поэтому Шри Баладев Прабху, он является... अगर एक समुद्र लीजिए समुद्र का भी तो थाता है अगर नदी लीजिए तो नदी का भी तो बेसिन है точно например если возьмём стакан и можно сравнить с Сандини Шакти, это то, с чего сделан этот стакан. А внутри этот сок, который налит внутри стакана, сладкий нектарный сок, его можно сравнить с Сандини Шакти. Хладини Шакти, Хладини Шакти, Шримати Радхарани. Ее можно сравнить с этим нектарным соком, который налит в стакан. А как же Кришна, Чит Шакти? Это Видья Гьяна, которая объясняет наши вечные взаимоотношения. Кто такой Кришна, кто мы и какие наши вечные взаимоотношения? Это те волны, которые они могут... которые подобны волнам, постоянно поднимающимся на океане, которые дают наслаждение океану. तो सृष्टि के प्रारंभ में क्या होगा? पुनः सृष्टि होनी है, सृष्टि हुई, सब कुछ हुआ, हम लोगों ने जन्म लिया. Поэтому в процессе творения что происходит? जन्म क्या है? Происходит творение, также дживы, они проявляются из Каранакаша и Вишну, и поэтому они настолько бесчисленны, они, эти дживы, они проявляются в бесчисленном количестве разновидностей живых существ. Сейчас он перечисляет 4 лака человеческих существ, 9 лак животных и так далее. Их также деваты, полубоги, и также их большое количество ракшасы. И очень большое разнообразие живых существ, которые населяют материальный мир, материальные райские и так далее. Но время, когда разрушается творение, и здесь говорится, что Кришна, он является Кешава Дрита, Хирас, означает, что Кешава, он является, это сам Шри Кришна, который является источником всех инкарнаций, таких как Вамана Рупа, или же Нарасимха Рупа и так далее. Но Кешава, как вот в этом баджане подчеркивается, что он является источником всех инкарнаций. И поэтому творение, которое происходит, оно происходит по желанию Кришны Падвы, но он не участвует в этом творении. Он, хотя все поддерживается Кришной в этом материальном мире, во всех вселенных, на всех планетарных системах, но он одновременно с этим не участвует в этом. И когда происходит разрушение, Шри Кришна, он также находится позади этого разрушения. И так, являясь источником всех инкарнаций, Шри Кришна объясняется, что в последнюю кали-йогу которая является особенной кали-югой. Почему? Потому что она освящена божественным освобождением Чайтанья Махапрабху, и поэтому калки-аватара она не придет, как обычно в предыдущие кали-юги, когда происходило разрушение, и сатья-юга начиналась, что в этот век, прославленный век кали-юги,
мы являемся непосредственными свидетелями честь Радхи, которые прославляют божественное снисхождение читания Махапрабху. Сейчас Шри Кришна Прабху начал рассказывать о том, как Шри Кришна, он принял как мина шарира, этот в форме рыбы пришел, затем черепахи, он рассказывает это значение Даша Аватара Стотры, который написал Джаядев Госвами. Он рассказывает о том, как полубоги и демоны сражались, и для того, чтобы разрешить эти споры и помочь полубогам и восстановить принципы в тот самый момент, когда пахтали этот молочный океан, из него выделился амрита, и также выделился яд. И вот в этот самый момент Шри Бхагаван, какую он форму принял? Для того, чтобы разрешить все противоречия, которые произошли при этом. Шри Кришна Бхагаван, он все знает, все, что будет в будущем. И он постоянно с помощью инкарнации он приходил для того, чтобы помочь восстановить религиозные принципы и разрешить все противоречия. Сейчас Шри Кришна Прабху рассказывает. लीलाओं की जो पुनरावृत्ति हुई है वो चक्र पढ़ते जा रहे हैं और भगवान खुजली को о том, как Господь в качестве инкарнации приходил и спасал эту अभी सृष्टि का पूर्ण विकास हुआ नहीं तो अगला अवतार भगवान कौन सा लेंगे А теперь следующая инкарнация связанная. С божественным снисхождением Нарасимхадева. Хираньякша, который являлся братом Хираньякашипу, он похитил во время пралаи, он похитил Притвидеви и спрятал ее на дне океана. Во время пралаи это произошло. Когда происходит временное разрушение. И этот Хираньякша, он взял Притхавидеви. И таким образом похитил ее. И снова Шри Кришна для того, чтобы освободить Притхвидеви и продолжить творение, он принял форму Кешавадрита Вараха Рупа. Джагадиша Хари. Он принял форму Варахадева и из
и он поднял, то есть в форме огромного кабана, и он проник, и проник на дно океана, и там произошло сражение. То есть, я извиняюсь, вначале произошло сражение с Хираньякшей, и когда он убил его с помощью своего клыка, этого, он поднял Притхви Деви и освободил ее. Джайдев Госвами в этой стотрам, он описал, и что он испытывал при этом, описывая инкарнации Кришны. Если мы сможем реализовать хотя бы маленькую капельку настроения его сердца, мы сможем очень легко развить любовь к лотосным стопам Кришны. О Кришна, который в форме Варахадева, он поднимает Притхви Деви, освобождая ее. Что испытывал Джайдева Госвами, когда писал эти строки в этой... И далее. А Притхви Деви, насколько она была счастлива. Когда она освободилась из плена, сам Кришна в образе. Далее. Варахадева затем. Когда демон Наракасура родился, и каким образом Наракасура он родился? Притхви Деви, она встретилась с Господом. И затем когда Хираньякша, он похитил Притхви Деви. भगवान के सामने ही युद्ध करने के लिए आ गया इतना बलवान था क्योंकि छाया तो नहीं पड़ी भगवान उस पृथ्वी को उठा के ला रहे हैं ऊपर प्रलयवारी में से तो भगवान की छाया पड़ी तो बल भी तो आ गया है तो ये मिलिट्री लाइन मिला भगवान के अब मेरुदंड तो आ गया किंतु का मेरे में तो होता है गिरती होती है किंतु अभी अनुत्थित है खड़ा नहीं है पड़ा हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल नहीं है अब भगवान क्या रूप लेकर के आ रहे हैं सच्ची में खचा हुए इनकार्नेशन कृष्ण आपके घर का मल Это снисхождение на Симхадева. Почему? Потому что Хираньякша и Хираньякашипу являлись братьями. Хираньякашипу, который хотел отомстить Вишну за то, что он убил его брата, он обрел демонические качества, которые повергли весь мир в страх. И по этой причине произошла удивительная история, связанная с чистым преданным Господа. И затем для того, чтобы освободить его, Шинарасимхадев явился. Но прежде он рассказывает о махине, инкарнации самого Кришны в женской форме, которая была необыкновенно красива.
Он сейчас объясняет, насколько у него было такое сари, она была одета. Ее красота была просто непередаваема никакими словами. Она была настолько прекрасно украшена. Это в тот самый момент, когда полубоги и демоны не могли решить спор. В этот момент Кришна, он принял форму Махини Деви, это женская инкарнация Кришны. यहाँ उल्टा हो गया तब कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तन श्रृंगम आपने काले उस हिरण्य कशिपु को काले भ्रमर ने गोरे सफेद कमल का वो इताले जगन है इधर आपने क्या कर दिया आप अपने आपके जो गोर नखे हैं नख हैं गोरे नखों ने किसका उस काले हिरण्य का शुरू का क्या कर दिया छेदन कर दिया गलन कर दिया पीछे देव गोस्वामी डाले объясняет जी फाड़ कर दी उसकी है तब कर कमल वरे न कमल बुद्ध सिंहम दलित हिरण्य का शिपु तनु Он настолько прекрасно в этой шлоке, которая касается явления Шри Нарасимхадева, прекрасным образом описывает его ногти, очень длинные ногти, которыми он разрывает грудь Хираньякашипу, но он их сравнивает... Он их таким образом описывает, прославляя Нарасимхадева, его божественную красоту в форме половина формы льва, половина человеческой формы. भरतमाली को ले गए वैष्णव को ले गए बलि देने के लिए और क्या कौन सा विग्रह था काली में चंडी и это инкарнация Шри Кришны как мы слышали прежде उसने काल तलवार उठाई फिर काटने के लिए इधर काटे के हाथ में पहले से तलवार थी उसने भी तलवार से नौ के नौ историю связанную с Прохладой Махараджем वैष्णव की बलि दो गए तो तब कर कमल वरे न कमल हाँ तो अर्थ नरपशु तो शायद तक जो अब क्या करें भाई नर सभ्य तो होना चाहिए तो सम ये मन नरकसुर बलि मधुत मामन которым также история связана, когда когда это как раз история связана прежде тем, когда пришел инкарнация Шри Кришны в форме Шри Ваманадева. Этот Ваманадев, он маленького роста, брамачари, необыкновенно красивый. Почему чар кар дия? Прithви пе ашвамедх яджня хо раха хай. Киска? Бали Махарадж ка. Когда во время Ашвамеда Ягья, которая является одной из частей Кармаканды, совершал Бали Махарадж. Он находился...